эта история случилась в городе Амстердаме. Принц Голландский, принимая заморских купцов, пылко и страстно влюбился в восточную княжну. За советом и помощью он обратился к своей августейшей тетке, королеве Франции. Париж, 1 апреля, полдень. Королева вызывает своих верных мушкетеров и посылает их с секретной миссией в далекий и опасный путь. О приказе королевы, используя свои тайные каналы, узнает сам кардинал, который, кстати, собирался женить принца на своей племяннице, разумеется, во имя государственных интересов Франции. Кардинал решил помешать мушкетерам выполнить поручение королевы. Никому не доверяя, он инкогнито покидает дворец и во главе преданных ему гвардейцев бросается вдогонку за мушкетерами. Итак, все в пути. Интересно, что впереди их ожидает? Thank you.
Thank you.
Вот так неожиданно закончилась эта удивительная история. Вы можете спросить, откуда такие красивые цветы? Так ведь это те самые, которые привезли запорожские казаки.